Запорожцы организовали благотворительную ярмарку «Писанка в камуфляже» в поддержку 55-й артбригады. Собранные средства пойдут на приобретение тактических перчаток. Подробности далее в материале. На столах фигурки из глины, браслеты из бисера, патриотические фенечки, мыло ручной работы, вязаные вещи, пироги и многое другое. Все выставленное на продажу неравнодушные запорожцы делали своими руками. За прилавком, говорят, лучше всего разбирают сладости и сувениры. Пиріг дуже добре розібрали, уже половини немає. Ценников на товарах нет, а вместо кассового аппарата ящик для пожертвований. Среди покупателей студенты, пенсионеры и даже дети. Я купила тортик. Денежки пойдут к солдатам, и я очень рада этому. Нам нужны такие акции, что у нас сейчас такое творится. Ярмарку устроили по инициативе Народной Рады Запорожья, отдела союзов Украина Краксолана и волонтеров 55-й артбригады. Говорят, желающих помочь украинской армии оказалось немало. Собрались все, кто было это выставлено в интернете, писались письма. Все желающие приехали. Это союз и украинок, и солдатские матери. Ну, все-все-все. Кто сумел, изъявил желание. Военнослужащие отмечают, без помощи волонтеров и просто неравнодушных запорожцев им не справиться. Это согревает, это помогает переносить какие-то сложности, связанные с бытом, связанные с войной. Спасибо огромное именно волонтерам. Волонтерам, потому что я не говорю за 50%, процентов 70% это действительно помощь их. Так, по словам организаторов, на благотворительной ярмарке удалось собрать около 3500 гривен. На эти деньги уже на этой неделе планируют приобрести бойцам в АТО тактические перчатки.